Audi 101 поколения, появившееся на рынке в 1968 году, стало новым этапом в автомобильной промышленности Германии. Вариант Audi 200 представлял собой ту же модификацию Audi 100, но в более дорогостоящем исполнении, улучшенная отделка и более богатая базовая комплектация. В 1970 году автомобили выпускались также в кузове купе. В 1973 году был осуществлен рестайлинг, решетка радиатора стала более компактной, вместо заднего торсионного стержня появились стальные пружины. Изменилась форма задней оптики. В результате автомобиль стал выглядеть более актуально и стильно. Модель первого поколения комплектовалась четырехцилиндровыми двигателями, работающими совместно с задним приводом и механической трансмиссией. Выпуск модели Audi 102 поколения был налажен в 1976 году. Для нее характерно наличие увеличенной колесной базы, улучшенного дизайна интерьера и пятицилиндрового мотора. Как часть этого поколения, в 1977 году была выпущена модификация Avant в кузове Универсал. В ходе рестайлинга в 1980 году было произведено обновление экстерьера машины. Изменена форма задних фонарей, увеличена емкость багажного отсека, усовершенствован интерьер, а в моторную гамму введены четырехцилиндровые двигатели разного объема и производительности. В 1981 году линейка была дополнена версией CS, располагающей фронтальным спойлером и легкосплавными колесными дисками. Третье поколение. В 1982 году в рамках франкфуртского автосалона автомобильному сообществу была представлена модель Audi 100 третьего поколения, кузов которой располагал крайне низким для того времени аэродинамическим коэффициентом. Это решение в итоге обеспечило значительную топливную экономию. Еще одним новшеством стало использование утопленных окон, что также оказало влияние на параметры аэродинамического сопротивления. С 1984 года модель стала оснащаться системой полного привода Quattro. В 1985 появились первые модификации сотки с полностью оцинкованным кузовом. В конце 1990 года состоялась премьера последней версии Audi 100 четвертого поколения. Это была значительно переработанная версия Audi. В числе ее ключевых изменений следует выделить внедрение силовых агрегатов объемом 2,8 и 2,6 литра. Автомобили в дизайне модели Audi 100 выпускались до 1997 года. После рестайлинга 1994 года модель стала называться Audi A6.